Всем привет, дядь Юра дает прогноз на матч четвертого тура группового раунда Лиги Европы Ницца-Славия. Статистика команд. Ницца имеет 3 очка и идет на третьем месте в своей группе. Ницца забивала во всех трех сыгранных групповых матчах. Славия набрала 6 очков и идет на первой строчке. Славия также забивала во всех трех сыгранных матчах. В предыдущем туре Славия обыграла Ниццу в Праге 3-2. Хозяева имели преимущество, которое смогли воплотить в победу. Второй гол французы забили уже в компенсированное время, поэтому особой интриги в концовке матча не было. В этой группе еще ни одна из команд не лишилась шансов на выход в плей-офф, поэтому во всех матчах у команд будет мотивация. В субботу Славия разгромила на выезде Опаву 6-0. Таким образом, пражане выиграли в национальном чемпионате 2 последние матча в сухую. Ницца 8 ноября проиграла дома Монако 1-2 и больше не играла. Славия идет номинальным фаворитом на этот матч. Но в последнее время пражане любят неприятно удивлять своих болельщиков провалами в выездных матчах. Например, как это было в решающей игре с Мичеландом за выход в группу Лиги Чемпионов. И совсем недавно в Израиле Славия загрузилась на 1-3 от ХПЛа. Поэтому говорить однозначно о том, что гости будут доминировать в этом матче и выиграть его, нельзя. Тут скорее наоборот. Можно говорить о том, что Ницца вряд ли проиграет третий матч подряд. Что до результативности матча, то здесь примерно 50 на 50. Ницце очень желательно этот матч выиграть или хотя бы не проиграть. Потенциальное поражение французов фактически лишит их реальных шансов побороться за выход из группы. Поэтому можно ожидать, что игра получится не забивной. Из связки ставок тотал меньше 2,5, обе забьют нет 1х. Самый высокий коэффициент стоит на обе забьют нет 2,15. На тотал меньше 1,98, на 1х 1,57. Если выбирать один вариант из предложенных, логично будет остановиться на непроигрыше хозяев, которым очки нужны больше. Как уже было сказано, Славия на выезде не так убедительна, как в домашних матчах. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.